Всем привет! Сегодня мы расскажем о обыкновенном свекоином долгоносике. Это очень резкие насекомые. Они вредители свеклы. Их место назвали долгоносики, потому что у них длинный нос. Обыкновенный свекольный долгоносик имеет чешую серого с черными пятнами. Это обыкновенный свекольный долгоносик, нередкий вид. Он вредитель. Он больше всего вредит сахарным культурам свеклы. Пока зрение.